Педагоги детской школы искусств покоряют международные вершины. Дарья Кварта стала лауреатом второй степени на конкурсе «Vocal City». Он проводился в Париже дистанционно. Конкурсантам нужно было записать видео с живым выступлением и отправить его организаторам. Дарья выбрала для исполнения композицию «Ариоза матери» Анатолия Новикова. Я люблю более неизвестные композиции, избитые не очень люблю, хотя тоже мне они нравятся, но исполнять больше люблю что-то такое не очень известное. Во-вторых, она мне очень нравится, это очень красивая музыка. И из-за самоизоляции отменились все концерты в школе. Я должна была готовить концерт 9 мая и хотела спеть здесь, на концерте. Вот. Но так как не получилось, хотя бы записала видео с этой песней. С композицией «Ариозы матери» Саровчанка также стала лауреатом первой степени на международном конкурсе «Яркий взлет». Музыкой Дарья занимается с 6 лет. Сейчас на счету исполнительницы многочисленные награды, сольные концерты и выступления на одной сцене с мэтрами оперы. Любовь вокалистки к классике неизменна на протяжении всей карьеры. Я академический певец, и поэтому вообще все равно я больше люблю что-то связанное с оперой, с классикой, романсы, арии. Рахманинов, там Чайковский мне нравится, Свиридов, то есть что-то такое. Конечно, я могу петь эстраду, но эстрада, опять же, больше приближенная к классике. Преподавание и реализация себя как артиста не мешает, утверждает Дарья. Регулярно выступая и участвуя в конкурсах, она показывает пример воспитанникам, которые тоже становятся победителями на всероссийских и международных вокальных состязаниях. Дарья Козина, Константин Островский, Сергей Рябов, служба новостей, Саров-24.